Планета. Что ж, сегодня мы продолжим наше выживание. Как вы видите, я сделал себе два ведра. Одно наполнил уже водой. Я хотел спуститься за лавой и нашел алмазы. Офигеть. Ёшкин корень. Начинается. Так, пока лестницу здесь поставлю. Алмазы. Так вот, сколько их здесь? Давайте посмотрим. Два алмаза. Отлично. И лава. А, гараж. Как добыть лаву? Спрашиваю. Так, ну и сейчас будем строить портал. Смотрите, там ведьма, что ли? Давайте поднимемся. Тут что был, по-моему. Тут зомбаки. Надо валить. Что это за смех? Ай, ничего не видно. Ай, ай. Ай. Ёшкин. У меня медлительность и отравление. Короче, я респавнился у себя дома. И нужен третий алмаз. Я решил взять с собой деревянный меч, чтобы быть непобедимым. Я где-то видел здесь алмазное залежи маленькую. А вон она. До нее трудно будет добраться, но я попробую. Оп. Оп. Так. Аккуратно. Аккуратно. И вот они. Наши алмазики. Алмазики. И вот. Все. Готово. Выбираемся отсюда. Так, у нас есть 6 алмазов. Я себе сделаю алмазную кирку. И пока что мне больше ничего не надо. Я посмотрела в режиме спектатора. И вот оно, наше лавовое озеро. Где мы можем разлить воду и получить обсидиан. Я уже, честно говоря, довольно давно это не делал. Да, это так работает. Три. А. Где вода? Придется. Что делать? Где вода? Ой. Не надо. Так, вот я снова здесь. Я взял еще немного воды. Оп. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. И опять куда-то дел воду. Ну и ладно, мне кажется, этого хватит. Так, давайте смотреть. Добываем обсидиан. Это будет долго. Кстати, смотрите, как можно креативно использовать стекло. Ой. Фух, я думал, я в ловушке. Можно смотреть, какие здесь руды. Так, ладно. Добываем. Надеюсь, здесь нет лавы. Правда, нет. Давайте. Подхватываем. Надеюсь, здесь особо нет монстров. Нам надо 10 обсидиановых... А, ай! Блоков. Вот только сказал про монстров, и вот они. Здрасте. 10 обсидиановых блоков. Ой! Ёшкин корень. 4 пока что. Еще немножко. Ой! Где? Кто? Ох ты, маленький уродец. Получай. Так, нам надо как-то безопасно добыть обсидиановый блок. А, блин, лава растекается. Так, у нас есть какие-то блоки. А у нас есть наша земля. Давайте блокируем ей лаву. До свидули.
Так, теперь добываем еще один блок обсидиана. Тут такой крест получился, конечно. Ну ладно. Ой-ё. Ой-ё. Не, мне это страшно. Нет. Нет, до свидания. Извините. Но нет, не в этот раз. Так. Я надеюсь, здесь... Давайте... Ага, там... Там везде лава. Я понял. Нам надо очень аккуратно добывать обсидиан. Так. Да. Нельзя допустить ошибки. Давай. Раз, сколько? 7. И тут 4 обсидиана. Мне можно допустить только одну ошибку. Ай! Да долбанные криперы. Кстати, тут золото есть. А, да, у меня же места нет. Так, давайте. Ай-ай-ай-ай! Чёрт, нет! Грёбаные зомбаки. Вот эти 3 алмаза пойдут на алмазный меч. Так, ладно. Добываем, добываем аккуратненько. Нет! Нет! Нельзя допустить ошибок. Соберись, соберись. Есть! Есть! Это будет последний блок. И, скорее всего, под ним лава. Я думал... Ай, ай. Да, 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 10 обсидианов. А теперь спать. Я как раз думаю, подо что приспособить эту площадку. Я приспособлю ее под портал. Вот наш обсидиан. А, там что? Что там монстры делают? Ладно. А, там же тень. Я понял. Раз, два. Раз. Не-не-не, до свидули. Так, давайте еще раз. Оп. 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 И оп. Два. И оп. И у нас где-то был кремень. Вот он. Так, и железо. Нужно железо. Один железный слиток у меня всегда должен остаться. Или... А, нет. Не осталось у меня слиток. Придется опять идти в шахту. Вот я, кстати, и нашел немного железика. У меня как раз есть место в инвентаре под железо. Давайте все его добудем. Железо лишним никогда не бывает. Давайте переплавим. Нам нужен один слиток. Ждем. Ждем. Так, ну все, готово. Теперь крафтим зажигалку. Отлично. Только в таком деревянном доме я бы посоветовал быть с ней аккуратней. Так. Ну. Ой. А как заходить-то? Нужно блок какой-нибудь подставить. Пойдет. Вот так. И как-нибудь так. Хорошо. Погнали. В следующую серию. Пока.